Всем доброго дня! С вами снова я, Юлия Ким, и сегодня мы продолжаем наши уроки. Сегодня мы будем учить с вами дефиле в вечерних платьях с длинной юбкой. Сегодня я надела А-образную юбку с очень длинным шлейфом. Сегодня мы научимся с вами ходить вместе с ней. Здесь также есть разрез, мы будем использовать также разрез, как ходить с такой длинной юбкой и с разрезом. Мы будем сегодня дефилировать с вами на А-образную юбку, вот с таким шлейфом. Нам всегда должны помогать руки в первую очередь. То есть, так же, как и в уроке с платком, мы должны будем широко и амплитудно расставлять наши ручки. То есть, работаем ручками от локтя вместе с кисточками. Наши кисти рук помогают нам. Обязательно разводим нашу юбку в сторону. Также можно по круговой. Делаем вот такие полукруговые движения. И самое главное, должен быть широкий шаг. То есть, когда юбка очень длинная, спереди, сзади, шаг должен быть широкий. То есть, показываю я боком. Не наш обычный шаг, да, которым мы идем. Здесь должен быть более широкий шаг, при этом мы идем в глэд. И раз, два, три, четыре. Когда шаг у нас будет больше и шире, тогда юбка у нас развивается намного красивее. Если мы будем идти просто так, то юбка, она просто висит. Мы должны обыграть наше платье и максимально красиво его показать. Поэтому мы используем широкий шаг. При широком шажочке юбка развивается намного лучше. А если мы добавим еще и руки, давайте попробуем. Руки, широкий шаг. Так у нас получается намного красивее и амплитуднее. Итак, давайте попробуем. Здесь мимика должна быть максимально спокойной. Мы несем наше вечернее платье. Очень важна наша осанка. Красивая длинная шея. Я специально собрала волосы для того, чтобы вы увидели, как работает шея, как поднимается чуть выше подбородок. Здесь у нас подбородок работает чуть выше среднего. То есть, если мы обычно держим ровно, здесь мы можем его чуть-чуть приподнять. Так как у нас А-образное платье, оно немножечко утяжеляет наш низ. Поэтому мы должны немножечко балансировать его тем, что мы удлиняем наш рост визуально. Поэтому открываем нашу шею, поднимаем подбородок, делаем спокойный взгляд, легкая полуулыбка, мы сгибаем только кончики наших губ. И поехали, давайте попробуем под музыку. Я покажу вам начальные степы, начальные позировки. I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody. Итак, мы с вами сейчас прошлись легкой, самой обычной походкой, используя только руки от локтей. Давайте сейчас попробуем сделать повороты. При такой юбке А-образной с длинным шлейфом очень красиво смотрятся повороты, но они также очень сложны, так как есть вероятность большая запутаться в нашем шлейфе, то есть вот так закрутиться и упасть, да? Для того, чтобы этого не случилось, мы должны помочь нам нашими ручками и ножками.
Здесь идет шаг, который называется отпинывание. То есть здесь мы должны настолько широко пройти и оттолкнуть нашу ножку для того, чтобы шлейф отошел. Также мы помогаем на задний план нашими ручками. Так у нас задний шлейф уходит назад. Передний шлейф мы отпинываем вперед. То есть не нужно это делать настолько сильно демонстративно, да, как солдаты. Нет, это нужно сделать незаметно, шаг в легкую. То есть показываю боком. Шаг в легкую, отпинывается. И оп, 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 оп. То же самое мы делаем с этой стороны. И раз, два, три, четыре. Назад увела, обратно. Раз, два, три. И увела. Раз, два, три, четыре. Увела. И раз, два, три, четыре. Итак, у нас есть разрез. Для того, чтобы разрез был виден, нам нужно немножечко помочь ему рукой. То есть во время ходьбы, во время движения, во время дефиле мы уводим ручкой назад. То есть мы выходим и оп, так у нас немного виднеется ножка. И уводим ручками назад. То есть у нас юбка в таком положении. Мы откидываем назад шлейф и сгибаем колено. Здесь получается, нас на носочек мы поднимаем ножку для того, чтобы она зрительно удлинялась. Давайте попробуем еще раз. На счет. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте все то же самое повторим под музыку. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to... Итак, давайте подведем итоги. Сегодня мы научились с вами ходить вместе с таким вот длинным-длинным шлейфом. Надеюсь, у вас получится. Надевайте А-образные юбки, всевозможные платья, пробуйте. Этот урок также полезен для невест, потому что у них в основном такие пышные длинные платья А-образной формы. Как раз у меня тоже белое. Вот, смотрите. На следующем уроке мы будем учиться с вами ходить также в вечерних платьях, только уже в форме русалочки. То есть это в основном облегающие узкие платья. Увидимся с вами на следующем уроке. Всех целую. Пока-пока.